Футбольный матч, хоккейный турнир и волейбольные соревнования. Этой зимой Комсомольский район бьет все рекорды по количеству спортивно-массовых мероприятий. Наша съемочная группа побывала в Полевосундырском сельском поселении и узнала, чему посвящены спортивные турниры. Ежегодный турнир по мини-футболу в деревне Полевой Сундырь посвящен памяти Ивана Быкова. Молодой парень, которому еще не было и 20, погиб во время чеченской кампании. В родной деревне его вспоминают как сильного духом и мудрого не по годам юношу. Осенний призыв, 93-й год. Ушел в армию. Ваня после меня через 3 месяца, март примерно, вот так призывался. И вот... Я в Пскове служил, Ваня в Самаре. Сперва не знали, что в Чечне служит, там воюет. Просто от писем, от родителей узнали. Потом сказали, что Ваня без вести пропал. Известия насчет Вани ничего не было. Через 3 года родителям сказали, что в Ростове-на-Дону, в морге. Вот потом привезли. В тот же год Григорий решил, что память героя будет жить вечно. Футбольный турнир в честь Ивана Быкова проводится уже 16-й год подряд. Это уважение, наверное, своих бывших друзей, товарищей. Поэтому-то я считаю, такие турниры это везде надо возобновить. Участвуют где-то уже 8-9, даже иногда 10 команд. С утра до вечера уже на двух футбольных полях, на мини-футболах играют. Ну и после этого все равно в чаепитии, там вспоминания о молодости. Еще один турнир, но уже хоккейный, состоялся в деревне Нюргича. Он был посвящен памяти воинов-интернационалистов. А в спортивном зале Нюргичинской общеобразовательной школы в это время развернулась нешуточная борьба за победу в волейболе среди женщин. Турнир посвящен памяти героя Советского Союза, который родился в нашей деревне, Георгия Николаевича Чернова. Девочки, мальчики у нас очень любят спорт. Они с малых классов, с первых классов любят кататься на лыжах, бегать волейболом. Вот на каждой перемене маленькие дети забегают в спортзал, я им даю волейбольные мячи, они вот с малых лет приучаются к волейболу. Все соревнования продолжались до позднего вечера. По итогам турнира все участники были награждены грамотами, медалями и ценными призами. Дарина Игнатьева, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика.